33-летняя Елизавета Боярская поддержала позицию своего отца в отношении женщин. Актриса высказалась на эту тему. Дочь 69-летнего Михаила Боярского откровенно рассказала и о своем отношении к хейтерам. Елизавете, как и любому публичному человеку, часто приходится сталкиваться с негативом. У актрисы есть свой способ борьбы с хейтерами. Я не отношусь к ним серьезно. Все имеют право на свое мнение, и я не должна из-за этого переживать или стесняться выкладывать свои фотографии. Плохие комментарии всегда есть и будут. Я даже их не удаляю, пусть будут, заверила Боярская. Она призналась, что похожа на своего отца в безотказности. Я и папа не умеем говорить «нет». Только недавно научилась отказывать людям. Мне всегда казалось, что я могу обидеть человека, рассказала супруга Максима Матвеева интервью КП. При этом актриса согласилась с ролью женщины, которую ранее обозначил ее отец. Природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду, поделилась Боярская. Недавно муж Елизаветы Боярской согласился переехать к ней после покупки элитного жилья. Актриса приобрела 3 элитные квартиры в Петербурге за 70 миллионов. Ранее она потрясла поклонников ярким образом в стиле 60-х.